Сейчас вам хочу показать еще один нетрадиционный вариант использования точечных оттяжек, то есть у тех же наших скрепок, которые мы активно используем в процессе вязания. Например, у нас идет смена цвета. У нас полоски, причем не такие большие, чтобы у нас можно было обрезать протяжки и завязать узелки, но достаточно длинные, чтобы они нам мешали. Вот у меня 6 рядов, смена цвета. Если я сомневаюсь, нужно ли мне это изделие, подойдет оно мне, я распущу его или нет, это пробник какой-то. Я не хочу резать пряжу, я не хочу резать при каждом смене цвета. Но при этом я планирую, что если мне понравится, я отрежу ниточки, хвостики, и у меня протяжек при смене цвета не будет. Сейчас я начинаю вязать синим цветом. И если я сейчас вставляю нить вот, начинаю вязать, у меня протяжка. Не то, не сё, я не могу ее обрезать и завязать узелок, и в то же время она мне будет мешать. Как можно немножко удлинить петлю? Навешиваем на нить нашу скрепку. Она удлиняет нашу нить на тот размер, какой вам нужен для завязывания узелка. Прекрасно при этом оттягивает ее, и мы спокойно можем продолжить вязание. Сейчас у меня будет красный цвет. Я беру вторую скрепку, надеваю ее на красный цвет, вставляю в нити водитель, отпускаю на такую длину, которая мне нужна, чтобы завязать узелок, и продолжаю вязание. Когда у меня вязание уже заканчивается, я достаю мое полотно. Вот оно. Протяжки достаточно большие, чтобы можно было их уже приводить в какой-то вид. То есть я планирую, что у меня такие вот такого размера полосы и останутся. Мне они мешать не будут. Я спокойно могу отрезать эти хвостики. Мне их хватит на то, чтобы завязать. И спрятать эти хвосты в шов. Не забудьте, что если у меня разные цвета, каждый цвет уходит в свое направление. И тогда вообще не будет видно, что мы с вами завязывали узелки и прятали хвостики. Если вам это видео было полезно, если оно вам понравилось, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями, подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. А обязательно приходите на вязальные посиделки по вторникам, четвергам. И ждем вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Ваша Наталья Некрасова.